Читаю стихи русских поэтов, знакомых, совсем незнакомых, начиная с 18 века по сегодняшний день. Алымов Сергей Яковлевич. Одно стихотворение. «Осенник». Николаю Асееву, чья лирика ладанная заря. Летают паутинки, небесные сединки. Все дали из вопросины лекарства, нет от осени. В душе седая скука, увы, свечинки руки. Они прозрачно тают, вы вся святая. На голове корона из звездных листьев клена, и сыплют на вас выси сосновых игл бисер. И медленно идем мы вдоль стен лесного дома, а осень, выйдя в сени, скликает на осенник.